Северная чернь – один из самых узнаваемых брендов Великого Устюга. Чернение по серебру стало известно и популярно не только в нашем городе, но и далеко за его пределами и даже за рубежом. Все изделия производятся вручную с соблюдением технологии основных приемов старинных мастеров. Каждый вносит свой вклад в изделие. О гравере, мастере народных художественных промыслов Вологодской области Надежде Амосовой расскажем в новом выпуске программы «Наследие Севера». Меня зовут Татьяна Меркурьева. Здравствуйте! Красота, уникальность, изящество. Северная чернь покоряет все больше и больше сердец. Кадры меняются, на смену пожилым мастерам приходит молодежь. Они также бережно хранят секреты народного промысла. Перед тем, как начать работу, каждый должен пройти обучение. Надежда Амосова до сих пор с трепетом вспоминает тот день, когда пришла работать гравером. Я пришла сюда молодой девчонкой, 18 лет, в 89 году. Мне показали производство, граверный участок. В принципе, показали работу мастера, да, чем они там занимаются. Мне это очень понравилось. То есть, ну, сложно, конечно, на первый взгляд показалось, да. Понравилось, и я решила освоить это ремесло. Стала там работать учеником сначала 6 месяцев. Работала учеником меня, так скажем, прикрепили к мастеру старшего разряда, да, и уже мастер обучал меня на протяжении 6 месяцев. Потом уже присвоили третий разряд мастера-гравера. Надежда Амосова – мастер народных художественных промыслов Вологодской области. Признается, это высокое звание за кропотливый, требующий полной отдачи труд. Работа в руках мастерицы спорится. В помощь многолетний опыт гравировки серебряных изделий. Изначально Надежда получает в работу пустое изделие, на которое переносит переводку рисунка. И уже по нему гравер делает линии штихелем. Каждое изделие проходит технологический контроль качества после каждого этапа работы. На гравёре лежит большая ответственность. В этой работе нет права на ошибку. Это усидчивость, внимание, значит, очень четкие линии, да, то есть здесь нет места ошибки, это во-первых, да, то есть такой тонкий ювелирный труд. Сложность и сейчас есть, да, какая-то, да, какая-либо, но сейчас уже наработана годами техника движений, да, то есть мы же все приходит с опытом. То есть и здесь то же самое, все пришло с опытом. То есть стало легче уже с годами. Каждый день Надежда выполняет не один десяток элементов рисунка. Несмотря на то, что за работой приходится проводить много времени, мастер искренне любит каждое изделие, над которым ей пришлось трудиться. Моя профессия – это, наверное, как мое хобби, да, то есть, вот знаете, как увлекаешься хобби, то есть, эта профессия, вот она переросла, наверное, в это, то есть, творческий труд меня всегда привлекал, и вот здесь, в этой профессии, самое главное для меня – это творчество, то есть, отдавать любовь, душу, да, вкладывать в изделие и видеть результат. Северная чернь – это не просто ремесло, это труд многих людей. Перед тем, как на свет появится шедевр, он должен пройти не один этап от заготовки до изделия. Монтировка, гравировка, чернение, ванны для изделий. В итоге получается красивая, изящная, а самое главное – уникальная работа. Первое упоминание северной черни относится к 1683 году. В современном мире актуальности она не теряет. Изделия из серебра популярны и сейчас, в 21 веке. Это была программа «Наследие Севера». Меня зовут Татьяна Меркурьева. До встречи в эфире. Программа выходит при содействии Управления информационной политики Вологодской области.